Хелп сап, меня зовут Флэк Джеке, добро пожаловать в CSGO, открытие кейсов! Ну что ж, ребята, продолжаем мы открывать, испытывать удачу, попытаться выбивать ножи и все такое крутое в нашем любимом инвентаре. Конечно, в кейсах это все хранится, но ничего страшного. Ну что ж, ребята, я попросил вас написать, какие комбинации кейсов и тому подобное вы хотите видеть. И я выбрал комментарий от Leaky Luck Fit. Короче, открывай один Chroma 3, 2 кейса Wildfire, 3 кейса Феникс, и тебе точно выпадет нож или красное. Я надеюсь, Leaky Luck, но я решил умножить нашу удачу на 2, и все, что ты написал, я сделал вдвойне. То есть, я купил не один Chroma кейс, а 2. Вместо 2 Wildfire я купил 4, и вместо 3 Феникса я купил 6. Вот так вот, ребята, сегодня вот так, таким образом мы откроем кейсы и посмотрим, выпадет ли все нам то, что сказал Leaky Luck. Ну что ж, по порядку начнем, сначала у нас были Хрома, поэтому Хрома у нас и идут в очередь. Ну и что Хрома нам покажет сегодня? О, да ладно, Галил, Firefight. Круто, круто. О, смотрите, прямо с завода. Прямо с завода, филд-тестить, что? Я не знаю, это царапины или что, но она выглядит очень чисто. Ну, здесь немножко потертость, да, чуть-чуть потертость есть. Ну, ладно, продолжаем, ребята. Дальше идут у нас хрома. Дальше у нас заканчивается это последняя хрома. У нас всего лишь их две штуки. Сегодня у нас поедет Биолик. МП9 Биолик. А вот это, вот это, вот это, вот это. Дайте, да, тоже филд-тестед. А это Factory New. Нормально, нормально. Ну что ж, продолжаем, продолжаем, ребята, у нас уже все, закончились Хрома 3, открываем Wildfire. Поехали, поехали, Wildfire. Блин, в Wildfire у нас Bowie Knife, это очень крутой нож, потому что он большой, он реально крутой большой нож. Фотик Зон, я, в принципе, знаете, ничего другого не ожидаю. Мне, наверное, выпадет нож только тогда, когда я открою миллион кейсов. Может быть, реально, когда открою миллион кейсов, что-то такого. Ребят, не обращайте внимания на инвентарь, весь розыгрыш, потому что я, знаете, я записываю все эти видео до окончания розыгрыша, поэтому у меня эти вещи до сих пор в инвентаре. И просто я еще не успел их разыграть, в том-то и дело, просто не бойтесь. То есть, даже, грубо говоря, я записываю это видео еще до того, как я выложил видос с АК-47. Поэтому не бойтесь, не бойтесь, ребята. Розыгрыши все время буду устраивать почти в каждом выпуске. Если будет у нас возможность уходить в плюс большой, то я буду с вами делиться этим плюсом. Почему бы и нет? Мне не жалко. Идем дальше, у нас сразу полетает элит билд. Спасибо, спасибо, элитное снаряжение, до свидания. И лапис. Я, кстати, в контракт недавно ссылал. Эх, вообще потертый. Ну это все, это уже закаленное. Батлс, да? Закаленное в боях. Последний, ребята, Wildfire. Ничего, я думаю, нам не принесет, как и остальное. Ничего такого не радостного, ничего. Вот посмотрите, Блять, ну ты жирная тварь, Габен. Ну и падает SSG Razer зато. Реально, вот она очень потертая, она очень-очень. Тоже батлс. Просто иди подавись этими кейсами, пожалуйста. Спасибо. Просто пролетает антиквариат, еще что-то. Интересно, выпадет ли нам Азимов или Хамелеон? Но, как вы видите, у нас, ребята, просто все в синем. Просто все в синем. Абсолютно все. Это обидно. Опять! Давай серьезно! Ну, Гейб! Ну это не смешно уже, блядь! Посмотрите, ну вот это, ну Firefox, я не знаю, это вообще просто по минимуму, наверное, стоит. Ну давайте посмотрим вместе, ребята. Смотрим вместе. Сколько стоит этот Галил? 21 рубль, просто спасибо. Ни капли не окуп, вообще. Даже близко нету к тому, чтобы я хоть какой-то плюс пошел, не знаю. Sandstorm! Это, знаете, песня тогда, Dardu Sandstorm. Я в детстве ее обожал, когда играл в... Гран Туризмо, я с батей играл в Гран Туризмо, еще когда был мелким, вот я помню, это оттуда Dardu Sandstorm был. Там еще My Favorite Game песня была такая, наверное, из улфагов знают такие песни, вот просто. А еще говорят, сайты накручивают. А Гейб не накручивает ни хрена, что ли? Я вот просто, ребята, вспомните старые времена CSGO. Старые времена CSGO. Разве вот такое было бы хотя бы? Я не знаю, вот Valve мне в последнее время просто все желание отбивает играть в CS. И вообще все вот поддерживать. Ну вот. Спасибо, спасибо. Хотя бы за это спасибо. Но я все равно в минус ушел. Меня это не так уж сильно утешивает. Понимаете, все, что CSGO
Valve жалко потратить хотя бы 0,5% своего бюджета на улучшение, на фиксы, на все, чтобы сделать CSGO намного лучше, намного лучше. Но халатность Valve — это просто, ну вот я не понимаю, это просто иметь дохрена денег и не развивать свою игру, не улучшать ее как-то. Нужно добавить новые кейсы, новый мерч, все такое, лишь бы бабло было. А вот на пожелания игроков начихать. Спасибо, Valve, вы самые лучшие. Давайте сделаем контрактик, ребята. Я, ну, не знаю, все, что сегодня у нас выпало как раз-таки из этого контрактика. Мы сфигачим тут вообще абсолютно все коллекции. Я, наверное, вот это выберу. А, в принципе, у нас Sandstorm точно был у нас еще. Вот это Джимбия. И вот я, конечно, ну да, она Battle Scar, это я хотел бы ее оставить, этот SSG Razer. Посмотрим, что она выпадет. Ладно, мы просто так немножко закрасим. Давай, пошел быстро, 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 быстро. И у нас Фамас, который... У нас, кстати, сержант и был. Вот, у нас аттрак сержант, это Фил... Спасибо. Фил-тестер. Две фил-теста, ребята. Ну что ж, не повезет в игре, повезет на сайте. Поехали. Ну что тут сказать? Тут просто можно сказать двумя словами. Forcedrop.net. Это три слова. Ну ладно, ладно, ребят, ничего страшного. Ну что ж, возвращаемся. Я не знаю уже на самом деле, мне так часто круто все выпадает. Я, конечно, наверное, зря это сказал. Но попытаем удачу. Попытаем, знаете, просто вытрясем из удачи все бабло. Давай, гони нам все бабло. Просто давай. Ребята, напомните вам, что я сказал до этого. Зачем я сказал? Боже мой, Кракен, ну вы серьезно? Ну зачем мне вот этот гребаный Кракен? Не нужен мне этот гребаный Кракен. Просто засуньте его немножко поглубже. Чуть-чуть поглубже. И все, больше ничего не нужно мне. Ап! Дождь из пуль. Ну, знаете, такое. Давайте один раз еще продадим. И все, и пойдем. Все. Вот это последнее тайное. Все просто. Все, что будет, забираем. Я, наверное, зря рисканул, потому что у нас сейчас выпадет какое-то дерьмо. И все просто. Пожалуйста. Аук-хамелеон. Да, сегодня не повезло в тайном. Ну ладно, заберем мы, ничего страшного, заберем мы. Аук 400 рублей стоит. Давайте пойдем по засекреченному, Может быть, здесь нас засекреченное хотя бы обрадует, потому что тайна что-то вообще не очень, ребят. Это что-то... Ух, как было плохо, Птичьи игры, сколько? 67 рублей. Да ладно, чё-то вообще не прёт сегодня, ребята. Ой-ой-ой. Как все было хорошо-то, как все хорошо начиналось. Все же хорошо было изначально. О, серьезно? Серьезно? У нас падает в засекреченном, не в тайном, а в засекреченном. Блять. Сука. Я обожаю. Я просто, это... Словами не передать, какой охуенный дроп. Какой вкусный охуенный дроп. Просто гейп от соси у форс дропа. Ребята, тайном я, на самом деле, я пипец как думал, что сейчас мне опять выпадет что-то крутое в тайном и все. Мне сейчас реально мораль была такая. Все, Джонни, удача закончилась. Ты больше ничего не выбьешь. И нам засекреченно выпадает статрек АВП. Бах! Он вроде прямо с завода. Ну, не знаю, почему он стоит 4000, но, скорее всего, прямо с завода. Я думаю, что давайте мы откроем... Давайте случайно АК откроем. Еще две штучки, наверное. И думаю, на этом сегодня хватит. Хватит терпеть удачу. Хватит вытряскивать из нее все, что возможно. Потому что мне потом... Мне на потом еще удача нужна. Вы просто посмотрите, что окружило вот эту АК. Что... Какие крутые скины окружила вот эта гребаная АК. Вы видели просто это дерьмо? Вы вот... Да! Ну это же было классно, если бы мне выпало еще и то что-то крутое. Элитное снаряжение. Окей. Все. Прости. Но мы с тобой должны попрощаться. Ладно, ребята. Забираем дроп и возвращаемся в CSGO. Ну что ж, ребята. Вот наши два красавчика. К сожалению, мне придется... С двумя из них, конечно, попрощаться, но с одним с большим удовольствием, потому что статрек Аук-Хамелеон, ребята, специально для вас, для того, чтобы участвовать в розыгрыше этого Аука-Хамелеона статрек. Кстати, какой он? Минималвер. Нужно, первое, поставить лайк под это видео, это прям обязательно.
Второе, сделать репост по ссылке в описании, то есть там будет ссылка на видос, который запущен в моей группе. И вы должны этот видос репостнуть обязательно, потому что по репостам я буду искать победителя. И ему вручу этот статрек Аух Хамелеон, просто он заберет, потому что он сделал репост. То есть рандомным образом я выберу победителя. Вот так вот, ребята, не забывайте участвовать в розыгрыше, если хотите. Халявный дроп, это прям вот... Не очень сложная вещь, это поставить лайк и сделать репост. Это не сложно, если хотите, просто. Если у нас будет все еще круче и круче, мы будем повышать наши ставки, и наш дроп будет все дороже и дороже. Наверное, ребята, нужно будет еще какую-нибудь крутую оружку скрафтить. Вы обязательно напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я скрафтил какое-то прям супер оружие. А также не забывайте всякие миксы писать, то есть, чтобы я, например, открыл, как сегодня. То есть, два одни кейсы, три другие, что-то типа такого. Вообще, можете рандомно писать, но я один коммент отберу, и один из этих комментов я как бы буду... действий приводить. В общем-то, ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.